Всем привет, ребятки, салем. Помните, я вам накануне 1 сентября показывала видео, где я приходила в этот торговый центр. Здесь спортмастер, детский мир, мебель. И я покажу сейчас вам, что произошло 1 сентября. Всем салем, ребята, всем привет. Я вот сейчас хочу зайти в детский мир. Меня попросила одна подписчица показать цены на детскую одежду. Сейчас посмотрю. Если разрешат там поснимать, поснимаю. Вот смотрите, здесь 1 сентября был очень большой пожар. Вы видите, да, в каком? Близко я не подхожу, потому что там нельзя. Горел 4-й этаж. Это ужас ужасный. Причину пожара, конечно, выясняют, но очень много погорело. Мебельные салоны, весь 4-й этаж. И 2-й, 3-й, там все закоптилось. Конечно, ужас ужасный. Главное, что нет человеческих жертв. Вот здесь, смотрите, где мебель и мир ковров. Очень погорел 4-й этаж.